Ради вітати вас, шановні друзі, в прямому ефірі телеканалу «Миколаїв». Якщо у вас є бажання і час, приєднуйтесь до нас. Це розмова на тему, під час якої ми з вами поговоримо про видатні дати православного календаря. Разом з нашим сьогоднішнім гостем, настоятелем Свято-Симеоновського собору, протоієрієм Геннадієм Дьяковим. Отець Геннадій, Христос воскрес! Христос воскрес! Мы очень рады приветствовать вас в нашей студии, отец Геннадий, тем более, что идут пасхальные светлые дни, и вместе с этим еще несколько таких очень знаменных дат, о которых хотелось бы сегодня поговорить. И я думаю, что можно начать с памяти святых васильевских мучеников, которую Православная Церковь совершала именно 26 апреля, то есть совсем недавно, да? Да, в пасхальные дни после Радоницы был день, 95 лет со дня мученической кончины васильевских мучеников. Это мученики, священный мученик Сергий священник, это попечитель Прохор, он как бы был не староста, но был очень активным прихожанином, и Кирилл, это был попечитель, как у нас говорит, спонсор. 95 лет назад красноармейцы по известному декрету пришли и изымать ценности в церкви Васильевской. Ну, сначала их прогнали, сначала уполномоченные их прогнали, но потом уже вернулись в следующий день красноармейцы и стали пытать вот этих трех человек, пытать, где эти ценности находятся, потому что церковь сельская, там понятно, что там не было бриллиантов и золота, и они их замучили. Там есть полянка такая, одному голову отрезали, священнику намотали внутренности на колодец, все вымотали, в общем, издевались. Потом потом отрезали голову и играли там в мячи, были пьяные, конечно. И в нашей епархии они были прославлены, были изучены документы, потому что не просто так, по желанию прихожан, люди становятся святые. Это изучается их подвиг, их жизнь, их кончина, есть комиссия специальная. И потом как раз все это было подготовлено, все документы, и они были прославлены в лике святых. С тех пор мы почитаем, сейчас священномученик Сергий, его мощи находятся в кафедральном соборе Престой Богородицы у нас в городе. Мученика Сергия, прихожанина активного, находится в монастыре, в Константиновке, мужском монастыре. А Кирилл, попечитель, находится Васильевки, где, собственно, эти мощи были обретены. А ничего, что трое мучеников, которые прославлены в лике святых, но они разъединены, и мощи их почивают в разных местах? Ну, это тела, души-то они в одном месте все почивают. Поэтому, чтобы отметить как раз все вот святые места, так было решено, вот, именно их почитание вот в этих разных местах. Отец Геннадий, мы знаем, что город Николаев назван в честь святого Николая Чудотворца, и именно святой Николай является главным покровителем нашего города. Но вот в 20-е годы были умучены эти люди, за Христа пострадавшие, и будучи прославлены в лике святых, можно сказать, что наш край получил дополнительных ходатаев у Бога за нас? Безусловно, конечно. Все они молятся о нас, о грешных душах, помогают нам, помогают, как если мы к ним обращаемся. Обращаемся в молитвах с просьбой, чтобы они когда-то стали за нас грешных престола Божия. Отец Геннадий, вот я думаю, что телезрители согласятся, особенно те, которые знают историю святых васильевских мучеников, с тем, что иногда, даже почитая память святых васильевских мучеников, но иногда кажется, что молитва не слышна ими и не слышна Богом. То есть нет какой-то обратной связи. Или это потому, что мало веры? Как вы хорошее говорите? Слово «кажется», вы сказали. Потому что мы часто требуем того, чего мы хотим, правда? Ну, в основном так и есть. Но это не означает, что оно нам полезно. Поэтому Господь всегда дает то, что нам полезно. Он слышит все. Но мы хотим... У нас изменчивый вообще характер. И мы сегодня мы хотим это, а завтра мы хотим другое. Как Господь будет приспосабливаться, делать все, как мы хотим. Он знает наши
нас лучше знает, чем мы сами себя знаем. Поэтому знает, что нам полезно, что необходимо. И поэтому дает то, что нужно, а не то, что мы хотим. Есть... Один святой даже молился, говорит: Господи, дай мне то, что не я хочу, то, что ты мне дашь, то, что ты считаешь нужным. То есть молитва православного христианина, она должна именно состоять из таких слов: не дай мне то-то, 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 а дай то, что не тебе то, угодно. Не то, что я хочу, надо сказать, не то, что то-то, то-то. Мы, конечно, можем просто в нуждах просить то или иное, но не всегда, почему вы говорите, что оно исполняется, потому что не всегда оно нам полезно, то или иное. А нам кажется, вот дайте нам это, и мы, как вот некоторые, дайте нам этого мужа, дайте нам эту жену. Проходит время, я спрашиваю, почему? Вы же просили, вы же любили. Ну, не знаю, а теперь я не хочу. Вот мы же характер не сошлись. Вот, они же когда-то просили тоже. Или просили детей, а тут вот дети не такие были даны, непослушные. И уже хотят другого. Теперь, Господи, дай мне послушных детей. То есть человек меняет свое мнение, свой взгляд на свои просьбы. То есть получается, что Бог наказывает нас исполнением наших желаний? Не, ну почему наказывает? Он бывает показывает нам, что это нам не полезно. Просто нам нужно научиться ждать, потому что есть такое понятие долгое терпение в молитве. И мы нужно учиться нам говорить именно правильные просьбы в молитве. Как Соломон просил, ему дал Господь все. То, что он не просил ни богатства, ничего. Но он ему Господь дал и богатство, и ум, и разум, все дал. А как он молился? Так, чтобы дал то, что необходимо, то, что нужно. А то, что необходимо. Да, то, что нужно. Да. Отец Геннадий, и вот еще одна дата, которая, если день памяти святых васильевских мучеников мы совершали 26 апреля, то в воскресенье, друзья мои, православный женский день, потому что это день жен мироносец. И это очень, кстати, в тему, потому что мы, женщины, часто у нас много разных всяких желаний, которые хотелось бы, чтобы они исполнялись, отец Геннадий. И коль уже мы коснулись именно жен мироносец, о чем, прежде чем вы расскажете о истории, о чем сегодняшней женщине нужно просить Бога? Ну, кроме того, что там здоровье детям и так далее, а вот лично для себя. Терпение. Терпение. Женщина меняет все вокруг себя. Ведь все соткано из терпения. И любая женщина, она несет такую рутинную работу в течение всей жизни, не как мужчина. Мужчина, он способен переносить сильные, кратковременные, тяжелые нагрузки. А вот такие мелкие, но постоянные, как уход за детьми, воспитание, приготовление пищи, это, там, стирка, уборка, все это делается каждый день, это постоянно. Мужчина такого не выдерживает, многие убегают от этих забот, я не имею в виду, что из семьи, просто вообще, просто там ищут какие-то себе приключения, да? Приключения, да, какие-то другие увлечения. Ну, это плохой, конечно, пример. Поэтому женщине требуется терпение именно в этом, чтобы муж понял и оценил ее вот этот ее труд, рутинный, домашний, постоянный. И если он это оценивает, он еще больше ее любит, еще больше они привязываются друг к другу. Он где-то начинает немножко помогать хоть как-то, потому что мужчина, если хоть немного поможет, это уже стимулирует женщину к еще большему труду, еще большему терпению. А если он говорит, ну что ты там у тебя, что у тебя за работа там такая, приготовить, постирать, что ты как не может. Он оскорбил, и еще тяжелее, потому что никто из-за нее это не сделает. Мужчина что-то заболел, он сразу ложится, потому что любит себя, и он считает, что он заболел. А женщина знает, что никто за нее работу не сделает. И она не ложится так быстро, как мужчина, когда заболевает. А она тянет, как, вспомните, наших матерей. Они никогда не жаловались, они знали, что без них эта работа не сделается в доме. Они делали, тянули, потом требует женщин терпения и любовь, конечно. Отец Геннадий, и вот о женах-мироносицах. Эти жены, они обладали именно терпением и любовью, о которых вы только что говорили. Они, прежде всего, обладали, да, верой. Потому что мироносицы – это те, которые служили Господу своим имением, как сказано. Они все бросили и всюду следовали за Ним. И почему Господь их отметил? Он первым явился, по преданию первым, он явился в Престой Богородице. Есть даже место в Иерусалиме, где он ей явился.
Но это не описывают евангелисты, поскольку Пресвятая Богородица, она всегда как-то скрывала все моменты своей жизни, она очень была скромная. И поэтому описывается, что Господь явился первым женам-мироносицам, которые не разбежались, когда его распинали, которые не побоялись, как апостол Петр, хоть он и обещал, что будет с Господом, на смерть пойдет, он убежал, все убежали. А они стояли и с Пресвятой Богородицей, с апостолом Иоанном, они остались у креста. И когда Господь страдал, они все это видели, и Мария Магдалина, она смотрела с Марией Иосифовой, куда Господа положили. Потом они рано утром, как сказано по Евангелию, первый день недели, так назывался, воскресенье, что называется, раньше назывался первый день недели, после субботы наступающей. Они шли, взяли мира очень дорогое, чтобы помазать тело Иисуса. И там ангел, было землетрясение, отвалил камень, они увидели ангела, сидящего на камне, он возвестил воскресенье, а потом явился уже Господь сам. Это первым он явился. И он сказал: идите, скажите ученикам моим, чтобы я буду в Галилее, после них идут туда. Он не ученикам, любимым, и которые постоянно были с ними, он их учил, а именно явился, потому что они были верными. Поэтому это праздник верных православных женщин, верующих женщин, которые идут за Христом, которые те женщины, которые перенесли вот в годы гонений, перенесли на себе все лишения, все гонения, которые были на церковь, и не отступили. Видите, сколько сейчас женщин в храмах у нас. Благодаря им, их матерям, нашим бабушкам вера осталась, вера сохранена. Благодаря именно им. А мужиков, процент низкий. Многие, как и апостолы, разбежались, когда были трудные моменты жизни. Когда было гонение, когда записывали людей, идущих в церковь, светить Пасху, когда записывали тех, кто ходит в церковь, в школе, тоже у меня такое, еще в мое время, это я помню. Потом на комсомольских собраниях разбирали, когда требовали отречься от веры и вступить в партию. Там же был пункт, что должен быть атеистом человек. И люди делали ради карьеры, ради. Хотя потом бывает, таких коммунистов хоронил, у них крестик был тайно, они были православными, они крестились, но официально они коммунисты, атеисты. Но можно сказать, что вот вера и любовь, это в принципе изначально заложено в женском естестве или нет? Да, женщина, у нее заложена тяга к мужчине. Мужчина не так, как, то есть немножко по-другому устроен. Апостол Павел так и сказал, что женщина — это не мощнейший сосуд. Что это не мощнейший сосуд? То есть он нужно драгоценно нести, оберегать. Он ранимый, но он сосуд, он красивый, он сосуд наполнен любовью, наполнен заботой, наполнен долготерпением. Поэтому нужно так и обращаться, как с немощнейшим сосудом. Но при этом этот немощнейший сосуд, он очень крепок, потому что он выдерживает разные нагрузки и разные такие прессинги. Ранимый, да, но он крепкий, как скалы женщины стояли в вере. И они больше любят, дольше любят, чем мужчины. Больше, чем мужчины. Вот я имею в виду тот именно контингент, который должен быть правильный. Потому что сейчас многие искажения есть вот в нашей жизни, к сожалению. Женщина, да, она особая среди мужчин. Если брать мужчину и женщину, да, она не такая, как мужчина. То есть мужчина и женщина, даже в православном понимании, это совершенно разные люди. Ну, люди, да. Люди совсем разные. И если учесть, что женщина сделана из ребра, наверное, этим и объясняется ее тяга к сильному плечу. Ну, Господь их создал разными, как полюса. Плюсы и минусы, они соединяются у каждого. Свои плюсы и свои минусы. Поэтому и если каждый оберегает все эти качества хорошие, их развивает в отношениях, то и получается крепкий союз мужчин и женщин. Отец Геннадий, сегодня, я думаю, что не только сегодня, потому что, в принципе, человек всегда один и тот же, меняются только формы. Но сегодня формы изменились в том плане, что женщины стремятся к равенству,
ну, практически уже это и произошло в нашем обществе. То есть вот что мужчинам, то и женщинам. Нет, общество перестало делиться на мужчин и женщин, а просто один народ, некое такое, знаете, ну, возьмите, безличное название. Почему это привело? Если раньше мужчины, когда женщина входит в помещение там какое-либо, они сидят, они встают. То есть было уважение. А все пошло от того, когда женщина одела кожаную куртку, взяла сигарету в зубы и стала, говорите, искать равноправие. Равноправие во всем. И сейчас вот часто наблюдаешь такую интересную картину. Мужчина сидит, там, каток делает, когда дорогу на катке, а женщина с лопатами раскидывает асфальт. Разве это правильно? Нет, это неправильно, конечно. Поэтому женщина, она, ее сила в чем? Слабости. Если она будет слабой, у мужчины будет желание защитить ее. У нее есть такая, говорится, заложено Богом такое качество. Слабо он защищает. Если он видит сильную женщину, он обороняется. Поэтому надо силы женщины и слабости. Раньше из-за слезы женщины воины поднимались. Из-за слезы женщины поединки там рыцари делали, потому что она была слабой, но хотелось защитить, хотелось получить ее, эту слабость, эту любовь. Эту женщину. Отец Геннадий, вот у нас сейчас слушают телезрители, и, может быть, некоторые телезрительницы, сильные женщины, возражают вам и говорят, что мы не можем быть слабыми, потому что у нас на руках дети, их нужно воспитывать, кормить, нужно зарабатывать себе на жизнь, и мы просто не имеем права быть слабыми, потому что рядом нет сильного плеча. Что вы можете им одна сказать? Одна из известных дикторов телевидения, у нее муж, я не помню фамилию, она очень известный диктор, а муж у нее известный бизнесмен. И он спрашивает корреспондента, а как вы все-таки с такой известной женщиной, она же и депутат, она и диктор, она умнейшая женщина. Она говорит, вы знаете, она никогда мне не возражает. Но она как-то делает, что вот так вот получается, вот как вот она задумала. Поэтому нужно иметь, не прямо можно возражать, но нужно иметь ум, чтобы как-то так аккуратненько, как говорят в народе, мужчина голова, а женщина шея, да? А потом некоторые своей сильной натурой, они портятся к мужчинам. Это уже у меня в практике было, когда приходит, говорит, батюшка, вот почему, вот муж ничего не хочет делать, вот он такой-сякой, я все тяну и все. Я говорю, хорошо, а с чего все начиналось? Ты говоришь, муж придел, шел с работы, ты сиди, я все это сама сделаю. Помыть посуду? Нет, это не надо. То сделать? Нет, сидите, я сама. Я пойду побегу, да, сделаю то. А он уже привык, ему комфортно. У него же привычка выработалась, что ты все сделаешь. Вот ты тянешь тебя на себе. Ну да, действительно, вот так оно и было. А уже перевоспитать такого мужчину, состоявшегося, невозможно? Ну, уже очень осторожно. Не скажешь, что все закончено. Да? Это же люди, мы же взрослые. Мы сразу так в нас будет восставать природа, как это так. Вот мне такое сказали, я же такой важный. Все нужно делать аккуратно и учитывать тоже психологию и мужа, и жены. Это не так все просто. Вот вообще, если честно, отец Геннадий, как-то не совсем веселая такая картина получается. Знаете почему? Потому что женщины, они и немощнейший сосуд, и терпение ей нужно, и смирение ей нужно, и рутинная работа. Как-то так грустно. Ну, у нас, к сожалению, немножко в связи с тем, что мы живем в квартирах, немножко мужская роль, она свелась на маленький процент. Ну, женщина, то есть у нее все остается, что мы перечисляли, а мужчина пришел в квартиру, что он может? Ну, там розетка поломалась там раз в полгода, там, ну, там чайник какой-то починить, там что-то еще. А так у нее не каждый там становится к плите и помогает картошку чистить и все. А если это частный дом, да, там просто вопросов не возникает, потому что у мужчины всегда там есть работа. Где-то забор, где-то на огороде, где-то там что-то еще там распилить, наколоть дров, там что-то еще. То есть женщина этого не сделает. Она, видя, что мужчина трудится, мужчина, она вообще не возражает, а делает с радостью свою работу. А когда, естественно, она видит, что он пришел смотреть телевизор и читает газету, как раньше это было, понятно, и тяжело, и обидно, потому что оно все тянет, а он пришел, ничего не делает. Угу. То есть нужно просто сесть рядом, да, с ним, да?
тоже открыть газету и начать читать. Или там сесть в интернет. Ну, там спрашивают, где же приготовим. Ну, мы же сидим, читаем газету. Давай приготовим, пойдем. Все женщина зависит. Зависит от женщины все, конечно. Ну, многое, наверное, отец Геннадий. Но и от мужчины. Но недаром все-таки в православном календаре особо стоит этот день. День жен-мироносец. Нет же ж дня мужчины-мироносец. Это ни в коем случае не для того, чтобы умалить значение мужчины. Нет. Но все-таки день жен-мироносец. Жен, слово жена, женщина. Именно так. Потому что мы знаем вот то, что я перечислял, какие были жены-мироносицы, а ведь там еще евангелисты пишут, что еще были еще, то есть не все имена известны. Мария Магдалина, Мария Иосифа, Соломия, там, Иоанна, Сусанна и остальные. То есть там были наверняка и женатые, или не женатые были. Мария Магдалина, из которой Господь знал семь бесов. То есть это полнота греховности, семь бесов. И она в знак благодарности, она настолько любила Господа, что везде с ним следовала. И он первый ей явился. Наряду с другими женами мироносицами. То есть главное свойство жен-мироносец и всех женщин, которые живут после жен-мироносец, но наследуют их высокое имя, это умение отдавать, любить и следовать. Умение отдавать — это самопожертвование называется. Это и есть любовь, признак любви. Когда человек, он себя, женщина, которая начинает замечать, что вот она делает, а другой не делает, значит, у него уже любви такой нет. Потому что ей будет приятно сделать своему мужу что-то, или там постирать, или приготовить. А ему, в свою очередь, он любит. Тоже приятно будет и помочь, как-то облегчить ее. Скажем, раньше женщина стирала, муж заработал, купил стиральную машину. Раньше помните, наши матери, как они стирали руки все в порошках и все прочее. Точно так же все можно механизировать, женский труд. По желанию мужчины, опять же, следить за этими приборами, чтобы они работали. Ну, труд совсем будет уже другой, в радости. Может быть, заниматься творчеством на кухне, а не рутинной работой. Угу. То есть все зависит от семьи, от отношений. Да. От отношений. От семьи, да, от любви, да. Отец Геннадий, но сегодня мало любви в обществе, очень мало. Много хороших людей, их 99%. Ну, наверное, все люди, как это так можно сказать, там кто-то плохой, кто-то хороший, нет. Но мне кажется, что большая часть общества страдает от недостатка любви. Потому что они правильно ее понимают. Для многих любовь – это какие-то отношения телесные. А любовь, как мы уже говорили, это прежде всего это умение самопожертвовать, жертвовать собой ради другого. Вот Господь показал нам великий пример любви. Он ради всех людей пожертвовал собой, своей жизнью. Это, как и сказано, что нет больше любви, чем отдать жизнь за други своя. Вот. А человек понимает его по-другому. Поэтому возникает вопрос, а почему я, а почему ты, а почему я должен, а почему я тебе должен, а ты не должна. И все, и оттуда пошло рассора, и все. Любви нет такой, поэтому не развивается такая любовь. Ну, может быть, любовь и есть, но она просто как-то вязнет вот даже в рутинном... Потому что не охраняют ее. Не это охраняют? Вязнет, конечно. А кто ее должен охранять? Вдвоем надо ее воспитывать, надо ее поддерживать, надо ее как-то подогревать и отношениями, и какими-то придумыванием общих каких-то семейных традиций, там, ну, чтобы это было не один я, а семь я. То есть, что такое семь? Семь человек и я. Идеально. У нас, конечно, семь человек сейчас редко у кого есть, но уже. Многие понимают, и особенно среди священников, много очень детей. Тогда все получается ради каждой нормальной мужчины, нормальной женщины, нормальная жена, нормальный муж, они занимаются там, воспитанием детей, они ради них все делают. То есть они уже отдают им любовь. Вместе отдают, они уже, у них общее уже есть дело, и совсем другие отношения. Отец Геннадий, и вот резюмируя нашу беседу, у нас осталось буквально полминутки, чтобы вы, ваше слово, ваше благословение к нашим и телезрителям, ну а главное, конечно, телезрительницам в канун Дня жен-мироносец. Ну дай Бог всем женам-мироносицам
быть именно такими верными, такими терпеливыми и не боящимися ничего ради Господа, ради следования за Ним, никаких трудностей. Силы, здоровья, любви и долготерпения. Вот так, все-таки долготерпение. Отец Геннадий, спасибо большое, друзья мои. Сегодня мы с вами говорили о православных датах, таких больших, которые Православная Церковь отмечает на этой неделе. Святые Васильевские мученики 26 апреля, память их совершалась. И в воскресенье День жен мироносец. И, дорогие наши телезрительницы, я вас тоже поздравляю. Ну что ж, друзья мои, будем терпеть, но не забывать при этом радоваться. Це була розмова на тему. На все добре.